принимайте гуманитарную помощь Союза добровольцев Донбасса. Вот. Целоваться для остановки кровотечения. Хотелось бы выразить огромную благодарность Союзу добровольцев Донбасса, а именно Ольге Ивановне за оказанную помощь. Надеемся дальше на дальнейшее сотрудничество. Конечно, желательно, чтобы нашим бойцам не пригодились эти средства. Ну, для оказания неотложной помощи. Они у нас имеются в наличии. Они у нас будут, и нам будет спокойнее, что наши бойцы будут более защищенными. Да, спасибо также за курс «Оксиметр», который поможет нам на госпитальном этапе производить мониторинг состояния тяжело раненых больных, вот, что позволит вовремя, правильно, грамотно определить дальнейшую тактику их ведения. Спасибо вам большое. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.